находимся на месте разработки камня. До историческое еще время здесь вырабатывали камень для постройки всем известных пирамид в Гизе. Вот давайте понаблюдаем, нам оператор покажет, вот как происходила резка камня. Лазером вот здесь, вот видите, вот ровно, можно сверху лазером, значит, прорезало сначала, вот, отделялся блок от блока, так, и затем его уже потихонечку вытаскивали вот так, вот сюда можно показать. Сейчас. Давайте. И затем уже его вот потихоньку вот, вот такими блоками вытаскивали вот сюда. Вот таким. Вот здесь, видите, вот абсолютно ровно, вот как она, как лазер режет. Вон тот даже лучше. Он тот лучше. Здесь, да, здесь совершенно, видите, вот совершенно ровный, идеальный получается блок. То есть можно, таким образом можно в любой конфигурации вырезать камни. Вот. Есть камни, где идеальные вот 90 градусов, где 45 градусов, 35, 7, 6 и 4. Молодец. Здесь можно наблюдать, как отдыхал древний человек, вот его это такая, значит, древняя, значит, джакузи. То есть мы видим, значит, такое место для отдыха, сидения, так называемое, да? Вот. Здесь он поставил камень для того, чтобы закрывать от ветра. А это его джакузи, да? Джакузи, да, там вода нагревается, и он уже может отдыхать. Ну и, соответственно, здесь небольшой оазис альпийский. Наши предки занимались не только строительством сооружений, древних сооружений, а также занимались различными видами деятельности, ну, сельским хозяйством и тому подобное, выращиванием всевозможных злаковых культур и, в частности, разведением рыбы. Рыбу они разводили в больших бассейнах, вот, которые здесь, она превращалась в большую рыбу. Мелкую рыбу они сажали, ну, как типа, называется, сейчас пискари называют. Они вырастали потом в больших рыбы, которые потом их стали называть акулами и большие рыбы. Когда они не помещались в эти водоемы, их потом переводили уже в более крупные водоемы. После этого выпускали в океан, таким образом эта теория Дарвина, она полностью опровергается. Потому что перерождение рыбы из одного вида в другое уже доказано научно давно. Первое. Далее, все древние перевозки проводились на современных судах. На самом деле мы можем подумать, что древние плавали на каких-то типа Дра, там, на Контике, на каких-то папирусных судах, ничего подобного. Древние давно строили большие крупные теплоходы, вот типа вот такого, из современных материалов, и на них перевозили строительный материал, в частности, вот такие плиты большие перевозили в африканские страны, и в частности, вот перевезли в Египет, где они построили пирамиды Хеопса. В частности, они такие же блоки перевозили не только в Египет, они перевозили их также в другие страны, типа в Южную Америку. И там вот эти древние племена майя, древние племена индейцев, они строили тоже большие пирамиды, наподобие. Когда у них заканчивались средства на существование, они устраивали оргию, и в этой оргии принимали участие все, начиная от мала до велика. И, как правило, они пили после этого... А, древние мексиканцы еще делали напитки, которые называются чача. Нет, это чача у нас называется, а у них это называется не чача, а водка из кактусов. Потому что вы знаете, что в Древней Африке много растет кактусов. И вот эти кактусы, которые растут в Древней Африке, из них делается великолепная, хорошая самогон под названием чача. Ну вот примерно все, что я хотел рассказать, потому что лекция длинная на самом деле. Здесь рассказывать очень долго можно об этом обо всем. Читайте наши, смотрите наши фильмы познавательные, которые называются
который называется «Тайны Ладожского озера». «Тайны Ладожского озера», да. Вот, ну, вот все. Вы сейчас общаетесь с одним из величайших режиссеров современности, которого фамилия его Де Травинсон. Ну, знаете, он является братом Де Камерона. Брат Де Камерона, да, Травинсон. Мы тоже занимаемся съемкой таких глобальных, эпических таких вот произведений, колоссальных, с использованием современной 3D-техники и так далее. И нам понадобилось создать вот модель озера, Баденского озера. Мы создали такую модель Баденского озера прямо здесь, в условиях Шхер. Там, где вы видели, мы изучали поселение древних мексиканских перуанцев. Да, мексиканских или перуанских мексиканцев. Ну, это, в общем-то, одно и то же почти, потому что перуанские мексиканцы, они произошли от мексиканских перуанцев. Вот, вот эта модель, вы видите, это озеро. На этом озере вы видите скалы всевозможные. Здесь живет большое количество всевозможных рыб, присмыкающихся. И в частности, здесь живет еще одно чудовище, которое может выйти сейчас из этого озера. Оно вылезает прямо по вечерам из этого озера и поедает всех местных собак и другую живность. Вот такое вот озеро, да. Это специально было создано для нового фильма «Аватар 3». «Аватар 3». Вот видите это озеро, да. Обратите внимание, как здесь все здорово. Создание такого озера обошлось достаточно круглую сумму, порядка 3 миллионов долларов. Потому что все это не просто, вы понимаете, это очень большие деньги, да. Но мы нашли эти деньги, потому что мы всегда стремимся к полноценному отображению нашей жизни, чтобы было все натурально, естественно. И поэтому мы идем на такие большие вот расходы, для того, чтобы создавать хорошее видео. Ну и вот в частности, здесь есть еще другая модель. Эту модель мы специально создали для кровавых сцен. Вы здесь, может быть, плохо видно, конечно. Здесь, в этом озере утопили Венеру Милосскую, да. Она была утоплена в этом озере. Даже вы можете посмотреть, здесь еще остались следы крови. Следы крови, вот, вот они здесь есть, не видно. Венера Милосская. Вы помните, Венера Милосская, она отравилась с отрубленной рукой, потому что Венере Милосской отрубил руку фараон Хеопс 18. Тот, который лежит в пирамиде Хеопса. Если мне не изменяет память, конечно. Вот, кажется, так это было. Да, и вот видите, следы крови еще остались. Конечно, приезжала потом экспертиза, все это проверяли, смотрели, но Венеру после этого не нашли. Ее потом откопали через много тысяч лет. Когда прошло большое количество времени, ее откопали. Да, она была без рук. Сначала ей-то отрубили одну руку, а потом пропала и другая рука. Происхождение пропажи второй руки никто не знает, до сих пор не может рассказать, как это было, но есть подозрение, что ей отрубил руку Иван Грозный. Есть такие подозрения, ученые это уже доказывают и об этом очень много говорят, спорят. Вот то, что вот мы вам хотели еще добавить. Спасибо за внимание.